До 1 сентября остается чуть меньше недели, и, как правило, в эти дни в Химках завершается приемка школ. Специальная комиссия и родительская общественность дают оценку общеобразовательным учреждениям. Так, в 8-й школе встретились директор Ольга Игнатьева, она же лидер движения общественной поддержки, педагоги и родители. У нас завтраки горячие, это начальная же школа, бесплатные завтраки у них идут, у всех. Вот. А потом с 11 до 2 обеды. В школе провели за время каникул косметический ремонт, обновили цоколь здания, заменили водостоки. Для собравшихся провели экскурсию по зданию, показали готовность классов к началу учебного года. Родители посетили столовую и спортивный зал. Да, в принципе, такие встречи очень полезны. Быть постоянно в курсе жизни школы, понимать готовность школы к начальному сезону, к учебному сезону. Планы о том, что капремонт, планы о переводе детей, все возможно распланировать заранее. Родителей волнует вопрос капитального ремонта школы. Как рассказала директор общеобразовательного учреждения, строительные работы запланированы на начало следующего года. Сейчас решается вопрос по распределению детей в другие школы на время ремонта. Также в ходе встречи депутат Александр Дринов подарил школьной библиотеке сборники русской классики. Олег Тюрин, Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.